телевизор показывают. Мишка. Нет, иди сюда. О, ты один остался. У меня что есть не мог. Мамка! Где? Юленька, Юля, иди сюда. А меня не видно. Ладно, все видно, вот он всех обойдет, все это обойдет. Осторожно, тише. Может быть, на тебя мам. Мам, я же не поклоняюсь. Ты немножко дай сказать людям. Налейте хоть это. Ну ладно. Дай Бог счастья. Нет, там еще такая. Вот кто-то с города.
А кто-то с горочки спустился. Я не так. Что? На нем защитная гимнастерка, яркий орден, горит на груди там. А кто все равно? А тут вместе. Как он? СНГ. Давай, брематур. Олитайта, глитайта, янарна, барита, глитайта. А кто? А никто не хочет. Вот у меня хороший. Но он все-таки немножко уважает меня, немножко будет. Ну, немножко. Ну, Барседа. Ну, давай. Ну, смотри. Неужели никто не может петь? Почему ты его все ведь не разбивал, чего мне? Русланчик. Я рада.
Стояла за мною, он не забуду, не забуду.
Ты рукой махнула, а тогда... Молодец. Шире степно, даль без края, даль без края, даль без края. Не хватает. Ну-ка, давай, Илья. Жарко. Я там на пленке какой-то ушел.
голову не тиши, вон туда, вон иди. Да, 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 Остатки берешь от нас. Да я ее туда сломала, я тоже хочу. Ты его пойдешь, он очень тяжелый. Дает. О, вам видим, еще на молоко. Эй, малай, броша, надо приношать тремя, шава так парам. Тихо. Ну, тем более, что ты как-то не... Вот тогда поплыли. Эй, пердам. Тогда отнимайте. Вот тогда я вкнаю, он на рыбке деньги. Я хочу, полетели. Подожди, папа, это снимай, не мешай, папа. Папа, не мешай. Дай мне жар. Не мешай, Данилка. Мотор урагать, чем я научу, что так пошел в шляпе. Данил, постой. Вот он, садись, вот он. Вот туда, садись. Сын вообще. Марқұм деген. Не, сен айтмадылар да міне.
Мен айттылар да биздин ауылга кайта турган мен яңарга. Биздин ауылга эле кайта турган. Бүтүн менен да чыкмады. Мен эмне кылам? Чирле кечтер дедилер, сурагын кайтсын деп бекилешем деп. Эмне кечтер телеграм. Мен да отурам. Ике тапкыр. Кайтты надо. Ике тапкыр сурагын. Айдырларга. Кермен аркылуу Казанга. Айсак язарга. Акумага, нига Кукмарага, Казанга. Давай туган аулым. Оолда туган кишилер. Дүрө тарымдан. Кизине туган аулдарын билгендиги сумай. Туган аулым. Бирек батыр ияр. Аны бир жерден берек. Эй. Мына билмегеч. Ким бир жыршы? А? Эй, менин катым ми ерчиме? Бигрек батыр өзүбүз. Ай, жада жибереди. Эй, жада жибереди. Сени өзүн башым ийип көрөм. Ооо, улам менен коянаң да сиң. Уттенин эмусмур я Аллахым. Аврашо. Кырларым хуш исиле. Yeah.
olsun da o başlanak. Davay barına. Darun bilene durak da yavrum. Haydi Andrak, Allah'a şükür. İsyanlık sağlık bulun. Buna bak itekten yollara сейчас вот так получилось. Этому. Это же не значит, что я должен чему-то поклоняться. Но я тоже вот о себе говорю. Я согласен, как уважали или как законы. Как корана Бога. Но это не значит, что я по пять день, вот, ну как по корану. Я же не буду пять день, как сказать, как молиться. Это же, понимаешь, это, я понимаю, что это не то чтобы глупость, но это, понимаешь, это лично мне не подходит. Вот как в теперешней жизни это уже не подходит. Я верю, что, ну, я согласен соблюдать законы, но не такой же, как сказать, как степени, что ли. Все-таки мы люди, как сказать, ну, более как цивилизованные, что ли. Я так себя как-то понимаю. И ему это и объясняют. Ну, они-то, видишь, ослышаны, что надо все-таки куда-то ходить. Да, ну, пусть ходят, пусть слушают. Пускай ходят. Ну а ты-то в семье должен. Я так понимаю. Ну в семье ты же отец, а ты мать. Ну, вы как-то объяснять говорю, что мы же. Вообще ничего не объясняю, пускай садик объясняет, в школе не занимается. Да, это проблема как раз. Пускай объясняю, чему мы сейчас объяснять не можем. Не, ну слушай, объяснять-то ему надо. Если он какой-то вопрос задал, ты, конечно, ему чего? Что-то уговаривать не можешь. Я тоже никогда не толковал. Если он что-то крится, вопрос кто-то задал, я вам пытаюсь что-то объяснить. Конечно, он еще в этом не понимает, но я то, что я пытаюсь объяснить. Ну пускай как по-своему понимает, что делаешь. Вот он сегодня был в гостях, зашел, посмотрел, она все как сказать, старики, взял и ушел. Хочет, нравится. Скучно. Нравится. Ну а что он сами будет? Ну конечно, свои интересы. Он знает и тот язык, и этот язык. А с кем будет жить это? Его крест, Яша, нет. СНГ, что делаешь? Их как советки, ты из души. Не, вот это, слушай, вот так вот, вот это, вот сейчас вот дядька, который пел. Вот что, вот он скрипал, как в Хабаровск. А в Хабаровске, значит, вот, вот, в котором он был, это, ну, в семье, там, значит, у этого, как, ну, у мужчин, как, в семье, которая была, у них, значит, сын женат, как сказать, на, ну что? Зачем ты говоришь, что? Ну так, не что это, как это? Да я не говорю, что хуже, но живут ведь люди. Вот. Сейчас будет никто с кем-то не живет. Вот, так никто же ничего не говорит. Что делать? Тут же никто ничего не говорит. А язык он как язык? Если русский язык, он как язык? Вот ни Пушкина, ни как с одним Лермонтовым, его же никто не отменит. Да, если был язык, то он есть язык. Все было. Живем. Не знаю, я, может, что-то глупость будет сказал. Не знаю, Лен, ты такой. Я так уж. В общем-то, я СНГ, что делаешь? Или бывший Советский Союз. Что тебе делаешь? РСФР. Может, так вот. Нет, слово вообще не нравится. СНГ тебе не нравится слово? А что? На букву Г. На букву Г. Это поколение, что ли? Ну, пускай вам там будет. Знаешь, где папа-то? Папа-то где у тебя? Сейчас, Игорь, сейчас.
русские традиции прочитаешь-то? Угу. Вообще голова кругом пойдет. И потом, это, возьми историю. Так грустно стало мне после, я прочитал русские традиции. Как он? Как Борис Годунов? Как татарин? По истории, да. Как он? Да как он, как? Сейчас, я ничего не знаю. Не, ну конечно, ну, все. Все мы, ты же вот, все перемешалось. А Суворов, Суворов-то что? Он же тоже не чисто русский. На как, наполовину? Армянин. Так у нас уже не чисто. Может так, может нет. Я, конечно, извиняюсь, я, может, что-то не так сказал, а? Все так, все нормально. В общем, их ничто из истории это вычеркивает. Смотри, хоть Игорь маленько. Что снимаешь? Кызый пароход тақибат бұға деген. Пароход кеме етхайыр мұнан дегімнен? Шаллығама. Где ваше? Шаллығама. Ну что, Александр, ты не будешь жалобы на то, где камда? А не жидкамский, я у тебя мен. Не жидкамский, он по пути проедешь. Ой, рапорт жалобы на то, как они. Товарищи, с утра. Марсель, пойдем решиться, а? Где ты там ходишь? А, это все. А. Сейчас как? Только по фронту. Только в ясном и не гел, пару кошкам. Как он? Марсель, Туган, Барде. Ну что ты, моя дорогая, где здесь пропадаешь? Давай я рядом, ходи. Ну петь будет. Он хочет это, чтобы... Да. Волос молодой сидел. Да. Чтоб я сидел, все видели, а его нет, и все. Ведь приятно, когда... Молодые стали. Да. Ведь просто мне молодая. Марсель, куда убегать? Там не скинешь 20 лет. Да. Вот и любота, они же... Почему у вас убой делают? Они что-то пошли там, это... Есть ему надо. Смотри, голова не держит, что ли? Что-то я вот там все... Я смотрю, что... Ай, 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 дайте мне посмотреть. Дайте мне фотоаппарат. Долго. Я хочу по телеку посмотреть.
плечо. Иди попроси. Помыла нам. То есть слон. Ты слон. Кто слон? Ты? Ты. Ты же прыгаешь. Смотри, я как прыгаю. Я был слон. А я? Слон. А я не слон. Тоже не слон. Ну смотри, сейчас я не слон. Сейчас я не слон. Сейчас нет. Ну-ка смотри. Смотри. Сейчас не слон. Слон. Нет. Я только катаю. Вот так прыгаю. Значит, слон. Жаль, так рада у слона. Так удивлен.
Я бы все не смотреть на тебя будем. Все, надо. Да, на нее не Молодец. Туда немножко, подальше, там, туда, там, подальше танцуй, вот тут вот, танцуй там, ну, на ну, танцуй сама, не смотришь, да, иди бабушку возьми с собой, танцевать, за руку. Бабушку возьми. Вот так, кадр снимаю, рядом садитесь с Юлькой на диванчике. Ну, иди потанцуй за Ленька еще. Там подальше отойди. Ну. Я
Юля, иди к бабушке. К бабушке, Юля, иди. К бабушке иди. На меня-то смотри, Юля.